Всем привет! Провожаем этот год, и я просто всем рекомендую, советую не поддаваться на эту интернет-телевизионную какую-то пропаганду дебильную, которые говорят, какой был ужасный год. Несмотря на всю эту ситуацию с коронавирусом, год как год, и вообще лето... Исчисление своей жизни, поделенное на года, оно довольно условное. В любой момент можно начать все сначала, в любой момент можно сказать, вот это вот у меня новый год, новый период, и начать двигаться как-то в другом направлении, предпринять какие-то другие действия, что-то пробовать новое. Я считаю, что в этом году и у меня, и у вас было много хорошего, за что стоит поблагодарить. Не стоит нам унывать, как-то печалиться и тем более тревожиться, что же будет дальше. Дальше будет жизнь, будут победы, будут решения, будут проблемы, все будет. Это жизнь. Надеюсь, в ней будет много, еще много и много-много позитивного. В этом видео я хочу показать вам последние в этом году увиденные мной достопримечательности, которые мне понравились, которые я запечатлел на видео, поделиться с вами. Уже следующий выезд, следующая работа будет в новом году. И уже будут новые впечатления, новые видео, новые наши встречи. Легендарный мост дьявола, Понт дель Диабель. Ну, что-то не впечатляет. Благодарю вас за то, что вы уделяете внимание моему творчеству, моему каналу, пишите комментарии, задаете вопросы, и мы имеем живое, довольно общение. Надеюсь, в дальнейшем мы продолжим. Всех с наступающим, с Новым годом, 2021,
Для меня как-то в детстве это казалось какое-то будущее. Мы уже столько посмотрели фильмов про будущее, которое уже в прошлом, что мы уже живем в этом будущем. И надеюсь, у нас все будет благополучно. До встречи. Всем удачи еще раз. Удачи, вдохновения, сил, энергии, тепла. А если ты еще не успел это сделать, то, конечно, поспеши еще в этом году подписаться на этот шедеврализированный канал, поставить лайк этому просто гениальному видео и написать комментарий. Увидимся в новом году. Пока!